Доброе утро, друзья, слушатели и смотрители канала «Твоя рыбалка». По поводу этого выпуска, снимаем его в 16 году. Скорее всего, что выйдет, да, в 17 году. Сегодня не об этом. Мы на воде. Это Доброе вот утро. Это вот тип гражданской наружности, который, собственно, зачинщик. Поэтому название сюжета и все, что будет сегодня происходить, это его заморочки. По крайней мере, скажу честно, я это услышал именно от Виталия. Поэтому пробуем. Есть два названия кино. Рабочее название, это которое я сейчас скажу, и то, которое вы прочитаете потом в титрах. Оно тоже принадлежит Витальке. Виталь, ну расскажи про, как я, про ультралайт для твердой воды. Расскажи. Ну, значит, получается, сегодня будем ловить со льда, но таким не совсем обычным способом. Как бы будем ловить на микрожиг. На классические монтажи, грубо говоря, джиголовка, силикон или же шарнир с крючком и силиконовая приманка. Как бы, и наша снасть будет выглядеть, грубо говоря, как уменьшенная копия обычного спиннинга. Это я думаю, просто показать на столе. Это сейчас все покажем, конечно. Да, как бы данная, откуда появилась, грубо говоря, данная ловля? Где-то порядка 2 лет назад, как бы... Показал мне этот способ, как бы познакомил с ним мой друг и наставник Виталик Сажнев. Получается, мы попробовали ловить со льда, и мне это понравилось, этот способ. В чем заключается именно сама фишка этого способа и чем отличается от обычной классической ловли со льда. То есть, допустим, как бы, я, грубо говоря, спиннинг-береговик, и мне... Как бы интересен спиннинг тем, что получается при поклевке, вываживании рыбы, ты то есть это все чувствуешь рукой, как бы это все эмоционально и так далее. Зимняя рыбалка, классическая зимняя снастью, немного совсем все по-другому. То есть ловля на мормышку, там на балансиры и так далее, то есть там кивочек какой-то легенький, поклевка и выматывание рыбы просто как какой-то тряпки, там за леску вытащил и все. Данная же снасть позволяет, грубо говоря, практически с теми же ощущениями, что и летом, как бы использовать классические джиговые оснастки и получать те же самые удовольствия. То есть получается, при ловле на данную снасть рыба клюет с ударом всегда. То есть вы чувствуете четко поклевку в руку. То есть, при правильной опять же удочке. То есть как бы кивки не применяются. Удочка используется. Мы сейчас покажем, какая удочка, как она выглядит. То есть поклевку видно по кончику спиннинга, грубо говоря, зимнего. И опять же вы ее чувствуете в руку. При этом стоит катушка безинерционная, маленького размера. И при вываживании рыбы, то есть у вас работает фрикцион, вы можете так же самое, как и летом, то есть вы катушкой работаете, выматываете рыбу. То есть полностью чувствуете и получаете те ощущения, которые при рыбалке летом. То есть это, как по мне, это интересно. То есть получается, грубо говоря, сейчас не сезон, спиннингом не половишь, а данная снасть позволяет получить максимальное удовольствие, так сказать, и получить все бонусы с реки. Мы, опять же, я даже отошел. Это как бы, чтобы право авторства не забирать. Да. Я скажу, мы посмотрели в интернете, есть там в Ютубе моменты, когда ребята действительно ловят примерно таким способом. Абсолютно не будем кричать о том, что вот мы первые, вот господин Петько, есть родоначальник. Это нет. Просто как получилось. Сначала задали вопрос, да, подписчики. Вот типа мы спиннинг, помнишь, Давид написал, по-моему, да, зовут парнишку, он говорит, мы спиннингисты, до весны у нас минус 12, полная жопа, сидим дома, сушим весла, протираем спиннинги. Господа, не надо ничего сушить, не надо ничего протирать. Вот. Да давай сразу, наверное, показывать. Не, на стол навести, да. Да. Как бы, вот наши... сейчас сразу буду потихоньку показывать, не выключая. Вот. Приманки, снасти. То есть... Посмотрите. Сразу скажу, у нас немножко не отличается. Вот Виталькина боевая. Единица, да. Айс-ул. Вот оно прозвучало. Айс-ул. Зимний ультрик. Да. Вот. Приманки, которые вы видели, приманки, естественно, как бы, да, едя с Виталием, мы будем ловить на приманке фишапа. По некоторым причинам. Во-первых, они уже ловят. Это мы знаем. Это груза, крючки малюсенькие. По приманочкам
тоже сейчас покажу. Вот. Так что вот сейчас, собственно, собираем все мотлохи, и мы ходим на твердую воду. Ну да, могу пару слов сказать по поводу приманок, или это на воде уже? Секундочку, прошу, скажите. Ну, касаемо приманок применяемых, да, на, ну, в данной ловле, допустим, как бы, ну, уже на протяжении, я же говорю, это у меня уже третий сезон, я такой ловлю снастью, то есть, в принципе, более-менее появилось понимание, какими приманками ловить, то есть, я применяю в основном это черви, приманки, это личинки насекомых, можно использовать рачка и можно, в принципе, использовать эти самые слаги. То есть, как бы, приманки с активной игрой здесь особо не надо, потому что все равно рыбалка у нас подразумевает, в основном, это вертикальный джиг, в любом случае. То есть, приманка работает у нас, то есть, сверху вниз. И, как бы, вот эти все активные элементы, бывают даже, они не нужны. Почему? Потому что часто вот пробовал, получается, активные приманки, хвостик перехлестывается и цепляется за этот самый, за крючок. За оснастку и... Да, получается, путается. То есть, как бы, достаточно спокойно этих самых, ну, для ловли этими снастями, достаточно обычных пассивных приманок. То есть, не надо ничего там выдумывать, какого-то велосипеда. Берете обычные, я же говорю, летние приманки и вперед ловить. Оснастка классическая, я же говорю. Веса, в принципе, небольшие. Вот данная удочка у меня, в принципе, я ее использую до 3 грамм, получается, монтажиком. Лесочка стоит 0,1. Даже не леска здесь, у меня флюрик, я использую флюрик, потому что, как бы, флюр менее растяжим, и, то есть, поклевку для того, чтобы слышать, и в то же время, как бы, ну, говорят, менее заметен в воде. Ну, вот вроде и все, можно выдвигаться на воду. Ну, сейчас я, на, покажи. Это, а, ну да, это лайт. Это была снасть, а это Игоря. У Игоря, конечно, намного поболее. Его спиннинг он немного сделал не так, он взял верхнюю вершинку от ультралайтового удилища, до скольки грамм? До 5. До 5. 0,5. Да, и вот соорудил себе такую снасть. Это у него тестовый выезд. Будем пробовать, как у него покажет этот спиннинг себя на воде. Да, мы попробуем, потому что есть такой вариант, есть такой, абсолютно нормально, будем пробовать. Так, пошел я разведаю выход. Ну, от себя хочу добавить одну маленькую вещь. Мы опять в гостях, наверное, на любимом водоеме Жовтневе. Вот, это как раз тот водоем, который весной, летом, осенью радовал нас сумасшедшими поклевками окуня. Заливы еще не все замерзли. А здесь уже, как бы, мы ребят спрашивали, я говорю, ребят, как там? Он говорит, уже есть достаточно хороший лед, поэтому можно выходить. В общем, пробуем. По нашим весенним, летним вылазкам четко, примерно, четко говорю, примерно понимаем, где могут быть окуневые стайки зимой. Опять же, это примерно. Поэтому Виталя там начинает уже бурить лунки. Вот. И будем пробовать. Сейчас минус 2. Ну, я бы не сказал, что очень комфортно, но есть ветерочек. Уже есть некоторые лунки. Поэтому начинаем пробу. Он идет, главный зачинщик турнира нашего. Сейчас сразу спросим что-нибудь. Ну что, лунки готовы? А рыба есть? В воде? Ну да. Мы будем смотреть. Начинаем пробовать. Если что-то интересное, сразу включаемся. Ну что, Виталий Николаевич, с первым вас... Выходом? Ну да. Нет, это не первый, уже был я на воде в этом году. Слушай, можем мы промолчать, да? Вышел, уже открыл айс-уловый сезон, поймал, получается, пару окуней и щучку. То есть, кстати, чем хорош, опять же, этот способ данной виды ловли? Дело в том, что на обычной снасти, да, допустим, там мы ловим что? Отдельно ловим там красноперку, допустим, белую, кто ловит там на мотыля. На мормышки, там, на безмотыльную насадку, там, на балансиры, там, окуня, отдельно там судака, на жерлице щуку. Как бы данная снасть, ну, можно за одну рыбалку, как и на ультралайтовый спиннинг, поймать и окуня, и судачка, и щуку. То есть клюет весь хищник, который, допустим, в водоеме есть, все это ловится. Жир, на последней рыбалке вот у меня была, получается, щучка и пара окуней. То есть, как бы,
вполне себе такой результат. Ну, начинаем ловить. А, забыл сказать, что... Ну, так, сейчас я увеличу и сразу, пожалуйста, по проводкам. Я сейчас покажу. Ну, то есть перекличка и с зимними, да? Ну, естественно, как бы. Получается, ты опускаешь до дна? Да, опускаю. Давай всю методу от начала до конца. Ну, то есть как, опускаю до дна, беру, сбрасываю дужку лески, опустил до дна, потом, получается, начинаю делать проводка. Ну, проводка, особо тут какой-то там замысловатой проводки нет. В основном это подбросы с паузами. То есть подброс, пауза, подброс, пауза. То есть я сначала прохожу, сверлю лунок там порядка 10-15 штук, чтобы они пока мест немного отстоялись. И потом с первой начинаю проходить и облавливать, то есть, грубо говоря, искать рыбу, как обычно. То есть, в общем-то, сидеть долго на лунке особо нет. То есть там, грубо говоря, если рыба есть, то она практически сразу откликается. Какой-то промежуток времени посидели, если поклевок нет, переходишь дальше. В этом, опять же, чем-то схожесть с летним спиннингом, в том плане, что на месте стоять не надо, то есть постоянно в движении, рыбалка довольно-таки динамичная. Ну, то есть как бы и зима, и ультрик, как бы, ну, получается такой симбиоз именно. Берем он немножко оттуда, вернее, не то, что немножко, берем необходимое с летнего ультралайта, так назовем его, берем зимнюю рыбалку и получаем вот такую вот штуковину. Ну да, это, грубо говоря, зимняя рыбалка, максимально адаптированная под летнюю, насколько это позволяет, грубо говоря, условия зимы и возможности лова. Можно подыгрывать тоже, рыбку привлекать, допустим, игрой слоей воды, если окунёк ходит. Ну, первое отличие, у тебя приманка гораздо больше, чем обычно. Обычно используется очень маленькую мормышку, и практически на мормышке ничего нет. Или там, например, парочка мотылинок. Не, ну, само собой, конечно. Приманку с зимней сравнить нельзя, потому что и размер больше, и как бы объем. Ну, опять же, из-за этого вполне возможно, во-первых, при такой ловле очень-очень редко попадаются вот такие окуня. То есть, ну практически, да, практически нет. Карандаши. Да, то есть вот этих, которых на мизинец ловят зимой с лунки, со льда, особенно вот на ставках, да, окунь не крупный, мелкий, то при такой ловле их нет. То есть всегда клюет, в основном начинается где-то окунь грамм от 50 и вверх. То есть максимально, которых я ловил рыб, ну опять же, в основном-то ловлю по этим самым, последние года у нас Днепр не становится, потому что тепло зимой, только ставки замерзают. Поэтому максимальная рыба, это у меня был где-то окунь грамм 400 и судачок, получается, тоже где-то 350-400 грамм. Пару тоже щучки некрупные попадались, как бы. Таких там завидных трофеев особо нет, но опять же, это все зависит от специфики водоема, то есть если в водоеме рыба крупная, то можно, конечно, любой трофей поймать. Да, черпачок надо обязательно, потому что без него. Как и в летнем ультралайте приходится облавливать каждую точку, то в нашем конкретном варианте, в зимнем айсуле, приходится облавливать каждую лунку. Как правило, они, как правило, наверное, места стоянки зимнего окуня и летнего отличаются. Поэтому вот прошли 4 лунки, ни одной поклевочки, ни одной. Продолжаем дальше. Ну, сами понимаете, окуня-то мы все равно найдем. Как-то так. А вот зимой водоем красив по-своему. Там вот, сейчас постараюсь показать. Вот такое оно, зимнее солнышко. Видите, сквозь тучки, ну, еле-еле пробивается. Ну, старый камыш.
попробую. Ну, пока, дорогие друзья, мы только ходим. Виталий Николаевич у нас сегодня, он ответственный за буровые работы. Вот. Уже больше 30 лунок есть. Уже пройдена треть водоема. Это только треть водоема мы прошли вдоль береговой линии. Сейчас интересно смотреть, очень как-то непривычно. Вот летом, я поворачиваю показать, ну как раз этого кусочка берега мы бросали и ловили окуня. Если вы помните, была такая кинушка, когда мы попали на жор окуня. И там, собственно говоря, проявилась так во всей своей красе палочка Shimano Soro CH4+. Вот именно с этих мест мы и делали забросы. Ну, знаете, такие необычные впечатления. А сейчас мы стоим на твердой воде и пробуем все-таки найти окуня. Может быть, по крайней мере там, в самом гузыре, где мы были, мы ничего не увидели. Вообще не увидели. Опускали камеру, потом просматривали тоже. Ну, нету ничего. Ну что, продолжаем. Ставок-то еще не закончился. Мы уже практически, наверное, до середины водоема. И пока была только одна поклевка. Только одна. Ветер. Минус на улице. Ну, штука мне это начинает нравиться. Сильная вещь это. Айскул. Огонь. Сегодня мы половину водоема точно уже пошли. Виталька заглядывал в каждую лунку, смотрел, там есть рыба или нет. А, посмотрите, какие проводочки. Такие мягкие, нежные. Ну, ребят, штука такая интересная, блин, заинтересовала меня этот зимний ультрик. Ветерочек начал подниматься. Все как зимой. Надо было директора стадиона найти и спросить, рыба здесь есть? Отсюда взяли и вывезли. Депортировали. Там вот вдалеке, там в кучерях, Виталя проверяет последние, как последние, крайние наши лунки 16-го года. Вот. Честно скажу, рыбу мы не видели. Посмотрим, там есть, камеру опускал вниз. Посмотрим, может камера что-то увидит. Интересно. Ну, знаете, наверное, мыслями поделимся в магазине, потому как холодно. А мы потихонечку будем собираться. Да, вот такой он. Айсультик-то. Интересно. Надо сделать так вот. Искать. Мы объездили весь свет. Сегодня ответственный за бурение был Виталий Николаевич. Сколько ты надубасил? 72. 72 лунки ради одной рыбы. Одной единственной рыбы. И не можно сказать неповторимой. Сейчас. Ну ты же рассказывал, да? Сейчас скажу свои впечатления. Первое. Длинный спиннинг
длинный, на 20 сантиметров длиннее, чем у Виталика. Мне понравился. На больше, посчитай на половину. У меня 50. Ну, а там метровый получается. 63. У меня 63, да. А у тебя метровый. На порядок больше. Метр длины мне понравился, честно. Он получился, и как бы можно ловить. Им удобно ловить. То есть надо вообще наклоняться. И второе. Ну, настроение, самочувствие. Сколько находились сегодня? Да не, ну мы там не особо там много прошли. В принципе. Ну, на воздухе мы провели, в общем-то, сколько? Ну, это тоже немного. Мы всего-навсего побыли 3 часа, кстати. Ну да. Вот. Надо выходить первое с минимальным количеством аппаратуры, потому что таскать за собой это явно не камильфо. Вот. Брать минимальное количество приманок, потому что ходить надо много, сверлить надо много, передвигаться надо много. В результате получается какой-то есть эффект от этой рыбалки. Рыбалка реально интересная. Я думаю, что надо будет обязательно в новом году. А это мы сейчас снимаем передачу, это 16-й год, да, я уже говорил. Передача выйдет, скорее всего, что наша киношка выйдет в 17-м году, в начале. Ну да, уже сегодня, 29-е число. Тут сам Бог велел сказать о том добрые слова всем. Всем слушателям, смотрителям канала «Твоя рыбалка». Это люди по магазину ходят, я замолчал. Вообще, всем вам. Я не знаю, тут перечислять всех, наверное, да? И те, кто с нами. Всем рыболовам. Да, вообще всем рыболовам, ребят, добра вам, классных, умных, хороших рыбалок, хороших, взвешенных покупок. Ну, не знаю, наверное, как, вот хочется сказать, всего много такого вот большого. Главное, чтобы это было интересно, и вам это нравилось, и вы получали от этого удовольствие. В общем, в новом году всего самого. Возвращаясь к этой рыбалке, честно говоря, если у вас нет желания греть задницу на диване, это во. Это интересно, это увлекательно, это как-то немножко по-другому. При всем том, что как бы я видел, как рыбачат именно зимники, вот с их ящичками. Пингвины их называют. Как? Пингвины. А что там? Ну, зимних рыболовов пингвины. Потому что на льду ходят их пингвины, над лункой стоят. Тогда. А мы же королевские пингвины, что ли? Нет, раз мы стоим. Мы зимние спингвины. Нет, те сидят, а мы-то стоим. Нет. В общем, как-то так вот. Такое интересное, своеобразное. Вот. Есть как бы повод пофантазировать и сделать удилище самому. Можно приобрести, купить. Ну тут масса. Хотите, возьмите фидерных кивертип, сделайте из него. Я вам взял, просто заказал. Целое верхнее колено сделал из него. И то имеет право на жизнь. Легкие катушки есть. Сына, покажи катушечку Рёбе, там маленькую висит. Сейчас одну вещь. Сам. Ну, просто у меня была сварышка. Виталий попроще, катушечка маленькая. Но катушечка должна быть рабочей. Это обязательно. То есть это не просто бутафорная вещь. Не, главное, чтобы она была рабочая. И самое главное, мягкий прицел должен быть. Можно вот такую штучку. Вот такого масика приобрести от Рёбе. Вот. И это уже, спасибо большое. Это уже будет вполне функционально, вполне работоспособный инструмент. В общем, как бы от катушки, в принципе, вот именно в этой данной снасти требуется, в общем-то, самое главное как. Тут укладка, получается, вес не так уж важен. Почему? Ну, понятно, что вес надо минимальный, чтобы был. Но самое главное требование, чтобы был мягкий фрикцион, потому что эта катушка, допустим, если у вас садится... Это рабочая катушка. Да. Это не просто лескодержатель, лесконакопитель. Да. В зимние же катушки там какая проблема? Там получается просто леска накручена и все. И ты же рыбу вытаскиваешь руками за леску и просто там, если надо, стравливать. То здесь именно полноценно работает фрикцион. Как бы лесоукладка, как вот в летних катушках, нас особо не интересует, потому что не надо... Да, тут не столько, хотя мы-то было ловили, там 3 метра было самое глубокое место. Вот к обычным катушкам, допустим, вот почему типа дешевым так предвзято относятся, потому что типа говорят, что они там плохо шнуры ложат, там, допустим, тонкие, да, там петли бросают. Тут проблемы с этим нет вообще, то есть проблема не в петлях, а проблема в фрикционе. Если, допустим, выбрать маленькую там недорогую катушечку, у нее должен, главное, быть рабочий фрикцион. То есть, да, это однозначно, потому что как бы рыбки там на водоемах на разных бывают абсолютно разные. Это такого пушка, Виталий был, испытывал там еще одну приманочку, вот такую щучку поймал. То есть
поймите, бесфрикционно на 0,12 леске. Ну, я на флюрик ловил. У тебя тоже флюрик или леска? Ну, флюр 0,1. Сегодня 0,1. У меня 0,1. Есть... У меня толстый был 0,12. То есть я на ставках, допустим, где не крупная рыба, ловлю 0,1, а там на водоемах там Днепр и там, где есть рыба побольше, я применяю 0,16 флюр. У меня бобина еще есть, и уже вторая катушка побольше, там размер там идет, получается, 0,25 леска. Ну, это если уже судак, там щука такой, рыба, уже покрупнее. Ну, так что в этому направлению... Знаешь, обычно как сказать, ну, когда просто приезжаешь с рыбалки, там, а тут больше вопросов, чем ответов. Ну, вот у меня больше вопросов. Как экипироваться, из чего снасть сделать? Опять же, да, катушку можно такую. А что брать с собой на лед? Понимаешь, потому что эта рыбалка, по сути, пешая. Не, набор пешая. На самом деле минимальный, то есть, допустим, вот такой. Ну да, то есть это сумка, это маленькая самый. Коробочка с приманками, маленькая коробочка с грузиками, этот самый, обязательно черпачок, ну или если тонкий лед, то, естественно, пешня. И все, как бы, то есть я встал, у меня приманки в сумке, она висят, я на это внимание обращаю. Получается, черпак повесил на сумку, буру взял, да, руках. Без черпака пошел. Абсолютно неудобно, это первый момент. Ну, как бы, такое, знаете, я говорю, сейчас, казалось бы, надо было, наоборот, больше вопросов. У меня сейчас много вопросов. Да, и экипировки, тут еще добавлю такой момент, вот именно в этой рыбалке, ну, ISU, как я его называю, получается, со льда. То есть, именно этот способ, он, ну, если у вас цель именно набить рыбы, там, ну, как мы называем, на мясо, то есть, на еду, то этот способ, больше он... чисто для эмоций, то есть как бы как и летний спиннинг, то есть вам надо походить, подумать, поискать рыбу, заработал поклевку, получил большое удовольствие, потому что же поклевка абсолютно летняя, то есть удар, да. Все как положено, согнутый спиннинг. Слово походить, конечно. Не, ну зимняя рыбалка, походить приходится даже больше, чем летом. В общем, там, где вы летом ловили окуня, там его нету, это точно. Сегодня убили, ищите в других местах. Специально делали. Вот, мы же здесь ловили. Да, здесь котел был. Ага, от мертвого слоуша. Там даже попробовали камеру опустить вниз, посмотреть. Я не знаю, что она покажет, потому что соединение Wi-Fi тут же, это самое, ну сколько там, на 20 сантиметрах, по-моему, работало, а потом глубже опустили, вообще ничего не показывало. Да, не хочет. Вот, посмотрим, что там получится, что там засняли. Вот. Ну, в общем, все по-другому. Рыба стоит не там, где она бывает летом. Вот, хорошо, что Виталию повезло, он там в гузыре ее все-таки хоть одну не нашел. И опять же, я с видео в одном конце водоема, он с фотоаппаратом, с рыбой в другом конце водоема. В общем, как все как всегда. Ну да, зимняя рыбалка сама по себе очень тяжелая, как бы. То есть рыбу обязательно надо обнаружить, потому что как бы, если рыбы нет, то естественно результат. Слово тяжелое, не говори. Ты шо? Народ подберет. Сложная. Она интересная. Любая зимняя сложная рыбалка. Она интересная, она добрая, она без этих самых, без гадости всевозможной. Так что попробуйте, если кому-то это интересно, если кому-то это понравилось, возьмите попробуйте. Не факт, что получится с первого раза, абсолютно не факт. Но факт то, что вы должны найти рыбу. Вот это вот самое главное. Нашли, где стоит рыба. Как правило, они там скопление идет, не одна рыба. Ну, одна может проплывать. А рядышком. Да, где-то стайка стоит. Вот там вот и делайте забросы. Там пробросьте все, поищите ее. Ну, ребят, это интересно. Как говорю, чем сидеть дома на диван греть, так, по-моему, лучше выйти на вас. И не надо тогда будет спиннинги протирать. И не надо будет вспоминать о каких-то весенних, осенне-летних вылазках. Идите на лед, ловите рыбу. Ну да, активно спиннинги. Все рассказали, все пожелали. Ну, в общем-то, да. Побольше в новом году возможностей для того, чтобы были поярче рыбалки. Вот так вот скажем. О, ты же заготовку домашнюю достал. Да. Люди, добра вам. Понравились, ставьте лайки. Если понравилось два раза, поставьте два вот таких лайка. Нет, не надо два. Два лайка, один дизлайк, да? Нет, два лайка он просто уберет вообще лайк. В общем, всего самого-самого лучшего. А мы будем готовить, готовим. Есть еще куча сюрпризов всевозможных. Говорить, что это не будем говорить, абсолютно это не надо. Вот. Поэтому добра, еще раз, счастья, здоровья, до свидания. Как-то так. Да. На этой оптимистической ноте, глядя на хитрое лицо Станислава Сеизмута, еще поговорим. Ты хоть скажи, то хоть голосом скажи. До свидания.
Все, 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 здорово.